дальнейшее развитие индустриального парка Уварова, обеспечение его инфраструктуры. Эти вопросы стали главными в повестке дня выездного совещания, которое началось с посещения территории парка. Участниками совещания были осмотрены площадки строительства новых инвестиционных объектов резидентами парка с целью дальнейшего определения возможного подключения данных площадок к существующей ветке железной дороги. Помимо этого, была проведена оценка текущего состояния железнодорожного полотна, пролегающего через территорию индустриального парка. После осмотра площадки встреча продолжилась за круглым столом. По словам главы Уварова Владислава Денисова, наличие железнодорожной инфраструктуры является важным аспектом для дальнейшего развития инвестиционной площадки и привлечения новых резидентов. Сегодня уже есть ряд резидентов, которые работают, есть ряд коллег, которые интересуются. Я уверен, что у индустриального парка громадное будущее, которое еще раз укрепит нашу экономическую основу, которая даст развитию города, даст наполнение бюджета и, соответственно, создание комфортной жизни. В ходе обсуждения были рассмотрены варианты ремонта и использования имеющихся железнодорожных путей, а также строительство новых веток, как основных транспортных артерий для привоза-вывоза грузов. Развитая логистика, по словам резидентов парка, позволит им не только увеличивать объем грузоперевозок производимой продукции, но и существенно экономить на их транспортировке. По плану мы должны строить 3 очереди, пока мы заканчиваем первую. Нам, конечно же, существенно снизят издержки по логистике, если мы сможем нашу продукцию отправлять сразу же железной дорогой прямо с площадки. Для нас это на самом деле ключевой вопрос для принятия решения реализации инвестпроекта строительства комплекса вот на той площадке, которую мы вместе и с корпорацией, и с местными властями предварительно проработали. Я понимаю, что это потребует дальнейшей работы, но для нас вот понимание того, что эти 6 километров будут, является на самом деле ключевыми. Стоит напомнить, что ряд поручений по созданию необходимой инфраструктуры в индустриальном парке Уварова для успешной реализации инвестиционных проектов дал губернатор Александр Никитин. По словам главы города Владислава Денисова, возможные варианты и ключевые решения по этому вопросу будут детально вырабатываться уже в рабочем режиме с участием проектировщиков, юристов, экономистов, всех заинтересованных сторон. Мы должны обеспечить всю инфраструктуру, которая должна работать уже не только с теми действующими резидентами, которые сегодня приходят, но и разработать программу, план будущего развития. Поэтому сегодня приняли ряд решений, ключевых решений. Сегодня был соответствующий выезд на территорию и запротоколированы все планы, которые есть для того, чтобы нам сегодня их исполнить. И еще раз подчеркиваю, что задача – это планомерно развить территорию и создать экономический потенциал города. Ирина Пивоварова, Виктор Викторов, «Наш город».